Нам нужно идти туда. Нет, туда. Нет, идем прямо. Нет, направо. Мы на месте. Ура! Вау! А что дальше? Используем нашу магию. Сила стихий, помоги. Открываем. Потрясающе! Это драгоценные камни. По очереди, каждый по одному. Вау! Изумруд для меня. Держи. У меня новая суперсила. Невероятно! Моя очередь. Тебе бриллиант. Проверю свою силу. Да! Я тоже хочу. Твой сапфир. И у меня новая сила. Огонь, а у тебя? Мой рубин превратился в уголь. Испробуй новую суперсилу. Попытаюсь. Упс, горячо. Нам нужно понять, что не так с твоей магией. Не хочу. Доктор только посмотрит, иди. Фух, друг поможет, подождем. Я не хотела, простите. Вон отсюда, в следующий раз полицию вызову. Это случайно вышло, моя магия. Не волнуйся, все будет хорошо. У него был близнец, я знала. Вода, полей цветочек, прошу. Ладно. Спасибо. Пожалуйста. Что? Еще один цветочек. Спасибо. Ага. Нет, так читать невозможно. Снова ты. Цветы в тебе нуждаются. Полей, пожалуйста. Хватит. Я знаю, что тебе нужно. Немного силы сапфира. Бутылочку окрашиваем. Из клеевых палочек вырезаем кристаллы и декорируем бутылочку. Тонируем акрилом. Добавляем глиттер и ракушки. И бутылочка готова. Она особенная. Вода в ней никогда не заканчивается. Теперь мои растения не засохнут. Вау! Можно и мне такую? Конечно. Только сперва заплати. Это все, что у меня есть. Мне хватит. Вау, какая красота! Я богата. Ты снова здесь? Сколько можно? Не подходи ко мне. Надоело. Еще пара листочков и готово. Я обожаю качели. Вау, качелька! Земля, ты уже покаталась? Теперь моя очередь. Как же это замечательно! Славная качелька! Можно покачаться? Конечно, прошу. Ух ты! Она такая воздушная! Вау! Дай мне покататься! Спасибо! Упс! Здесь становится жарко. Берем это. Лучше это. Покупаем все. Добрый день, мы возьмем это и это и это. Как будете платить? Мы платим драгоценными камнями. Этого должно хватить. Вау, чудеса! Спасибо и хорошего дня. Девушки, драгоценные камни, я вас запомнил. Вот они. Одной мне хватит, чтобы разбогатеть. Кто там? Это я. Забирайте ее скорее, она мне полдома сожгла. Это правда? Я не специально. Никак не заснуть. Что же делать? У земли бессонница. Ей нужно помочь. Я знаю как. Из пластиковых крышек вырезаем пятиугольники. А
Обклеиваем голографической пленкой. И склеиваем объемные фигуры. Подвешиваем на леску. Крепим на основание от пялец. Добавляем гирлянду. Парочка перышек. Украшаем декоративными кристаллами и перышками. И мобиль для сладких сновидений готов. Как заснуть? Спать захотелось. Спи сладко. О, нет. Огонь, угомонись. Не могу. Земля уже спит. Есть идея. Отлично. Огонь тоже сладко спит. Вода? Ла-ла-ла. Никакой музыки. Эй! Время спать. Баю-бай, засыпай. Отлично. Сладких снов. Все заснули, и мне пора. О нет, уже утро? Как же так? Хочу испробовать один лайфхак. Добавлю изумруд в воду. И мой эксклюзивный коктейль готов. Я тоже попробую. Сработало. Мой черед. Добавлю в воду рубин. Получилось. Воздух, а твой камень? А? У меня бриллиант. Любопытно, что будет? Ничего не произошло. Это просто вода. Кто там? И коктейль мой. Попробую. Выглядит вкусно. Мой рубин. Мой коктейль. Где он? Ребята, кто выпил мой коктейль? Не знаю. Воздух? Улыбнись. Не-а. Сейчас. Ладно. Это была ты. Тогда я выпью твой коктейль. Справедливо. Кажется, я все правильно подключила. Вода. Можешь меня сфотографировать в новом душе? Конечно. Улыбайся, снимаю. Вау, вот это здорово. Получилось очень красиво. Смотри, а можно и мне такую фотосессию? Только переоденься. Я сейчас. Смотри в камеру и улыбайся. Отлично. Теперь земля. Супер! Огонь! Потрясающе! Фотосессия получилась невероятной. Только посмотрите, мы просто бесподобны. Готово. О нет, ветер. Что за чудный день? Снова. Ну вот, моя прическа испорчена. Огонь! Суши с мегаострым соусом. Мои любимые. Мне как раз нужна одна палочка. Немного полимерной глины и волшебства. Палочку обклеиваем полимерной глиной, имитируя древесный рельеф. Запекаем по инструкции. Покрываем акрилом. Декорируем камушками и мхом. И заколка для волос готова. Палочек было две. Земля, ты не видела вторую палочку? Палочку? Нет. Странно. Немного магии земли, и получилась восхитительная заколка. А я наколдую жемчужное ожерелье. Всегда о таком мечтала. Магия огня, проявись. Что? Мука? Из муки украшения не сделать. Попробую еще раз. Теперь это вишня? Я не понимаю. Нужно сконцентрироваться. Давай. Шоколад? Снова не то. Бедняжка, огонь.
А что, если использовать все ингредиенты с умом? Получится аппетитная пироженка. Ты это видишь? На вид вкусная. Я проголодалась. Огонь, можно кусочек? Конечно, взамен на ваше украшение. Я согласна. И мы. Thank you very much. Все украшения мои. Объеденье. Как вкусно. Моя новая сила пригодилась. Пойдем скорее, чтобы ничего не пропустить. Разыскиваются 4 камня. И что делать? Нужно их вернуть. Сколько невероятного можно сделать из этих перьев. Наши камни кто-то ищет. Давайте отдадим их, пожалуйста. Нет, это плохая идея. Чхи! Опс! Вы видели? Отдаем. Это здесь. Тук-тук, откройте. Кто там? Привет, мы принесли камни. Вау, спасибо. И что дальше? Это вам. Счастливо! Камушки, наконец-то! И что с этим делать? Открываем. Вау, сколько денег! Думаю, они нам еще пригодятся. Огонь, скорее испробуй свою магию. Вы уверены? Сила огня! Да, все, снова хорошо! Ура, получилось! Наши магические силы снова в норме. И мы все вместе. Это чудесно. Стихии объединились. Мне пора спать. И мне. Сладких всем снов. Нет, так не пойдет. Нам нужна одна большая подушка для всех. Согласны? Да. Используем камни. Из блестящей ткани 4 цветов сшиваем подушку. Наполняем холофайбером. И подушечка готова. Вау! Она такая красивая! Сделаем селфи на память. Девчонки, смотрите, что это там светится? Вау, портал! Идем! Стой! Идти в незнакомый портал – плохая идея. Класс, я хочу туда! Подожди, Эшли! Я иду за тобой. Чуть правее, Дакота. Я избавилась от них. Ты с нами, Дафна. Вау, магический портал! Что это за место? Как-то здесь неуютно. Это наша секретная комната. Портал пропал. О, нет, как нам вернуться обратно? А что с Эшли? Она здорова? Смотрите на эту стену. Она гладкая и прекрасная. А вот та стена еще лучше. Всем цветы. Смотри, Дакота, ты расцвела. Не трогай мои иголки. Девчонки, я чувствую в себе новую силу. Вау, смотрите, что я могу. Класс, Эшли. Как ты это сделала? Смотрите дальше. Сила цветов. Вау, это розовое кресло. Какая красота. Я знаю, спасибо. Теперь это мой цветочный трон. Нет, нет, нет. Посторонним вход запрещен. Но зачем так грубо? А это мой угол. Окей, тогда я буду здесь. Этой стене нужен новый цвет. За работу, мой цветочный валик. Сейчас мы наведем красоту. Привет, мой маленький пернатый друг. На моей стене вырос прекрасный лесной газон. Оцените мою пустыню, девочки. Идеальная среда для кактусов. У меня есть идея. Помоги мне, мой зеленый дружочек. Трава повсюду. Какая зеленая прелесть! Очень интересно. Что это еще за отросток?
Вау, мой первый кактус! Ты такой красивый! Вау, Эшли! Мой нежный цветок! О нет, он так одинок! На этой большой стене! Можно мне твой пульверизатор, Дафна? Мне нужно больше влаги! Вот теперь мой уголок расцвел! Привет, лианы! Это словно райский сад! Я тоже хочу украсить свою пустыню! Я знаю, мне нужен... Шуруповерт? Ну ладно! Молоток? Серьезно? Я хотела получить готовую магию! Ну ладно! Все придется сделать самой! Вот так! Получился надежный подиум! Чего-то не хватает! Дафна, можешь озеленить мой уголок? Пожалуйста! Конечно, Коди! Держи росток! Спасибо, Дафни! Вау! Получилась изумительная зелень! А можешь дать мне взамен кусочек дерева? Конечно, забирай! Стоять! Не получается! Тебе явно нужно больше досок, Дафни! Держи! Спасибо! Стройка это совсем не сложно! У меня вышел отличный домик на природе, но чего-то не хватает. Конечно, мне нужно свое яблочное дерево. А вот и подходящее семечко. Вау, домик на дереве – моя давняя мечта. Вот только как туда забраться? Семь цветов! Семь цветов! Серьезно? У кого-то явно цветочный удар. Цветочный бум! Да иди уже, ходячая роза! Цвети! Ну хватит! Этот цветочный террор невыносим! Самое время огородиться от безумной цветочной леди. Здесь забор, видишь? Это моя территория. Ну и ладно, колючка. О, точно! Вот что мне нужно. Пока кактус не видит. Приветики! Ты! Почему ты опять здесь? Что? А где мой забор? Из него вышла прекрасная лестница. Из-за тебя на меня нападает безумный цветок. Тише, тише, тише. Вот, смотри. Вау! Мои любимые кактусы. Спасибо, Дафна. Ты прощена. Растворюсь в природе. Огород кактусов на месте. Но теперь мне нужно солнце. Есть идея. Иди на небо, желток. А теперь свети. Сразу стало тепло. Похоже, даже слишком тепло. Жарко, как в пустыне. Это слишком ярко. Святой Гладиолус, ты нас ослепишь. А кактусу все подходит. Так-так-так, есть идея. Мой уютный цветочный светильник. Завидуйте мне, зеленые сестры. Проведу электричество в свой маленький домик. О, какая прелесть. Смотри, Эшли, на мою уютную подсветку. Что же еще придумать? Цветочная аура. Цветочная аура. Эшли, одолжишь мне свою шаль? Вот теперь тут стало намного уютнее. Моя голова! Дафна! Прости, Эшли. В этой пустыне слишком твердо. Нигде не примоститься. Как неудобно. О, бедненький кактус. Давай поможем ей, Дафна. Согласна. Наколдуем ей мягкость. Держи мягкий пуфик, Дакота. Теперь в твоей пустыне будет удобно. Спасибо, девчонки. Вы прелесть. О, ты расцвела от радости, кактус. И правда, все благодаря вам.
У всех моих сестер есть красивый пол. И только у меня лысая поляна. Я придумала. Отлично. А теперь добавим воды. Кувшинка, плыви. Мой прекрасный пруд с цветами. Это так красиво. Как вам, девчонки? Сестренки, у нас получились такие красивые комнаты. Я в восторге от своей. И от твоей. Портал снова открылся. Я не хочу покидать свою цветочную красоту. Ну ладно. Фух, мы снова в колледже. Выходите. А где Эшли? Я тут. Вот это было приключение. О, здравствуйте, профессор. Он даже не догадывается, что было с нами в шкафчике. Что это? Ищите другую няню. Джози, сколько можно? Очередная няня сбежала. И мне нужна новая. Что же делать? Может, я смогу найти няню, с которой Джози подружится? Не то. Не то. Няня маме Лонглэгс. Любопытно. И кассета. Такая древняя. Интересно, этот проигрыватель еще работает? Ваш ребенок нуждается в любви и заботе? Лучший выбор няни – это я. Вау! Привет! Привет! А, как она это делает? Я ваша новая няня. А где ребенок? Я вас познакомлю. За мной. А, она уже здесь. Это Джози. Это ваш ребенок? Да, Джози, познакомься. Что? Привет, Джози. Мами Лонглэгс, это ты? Я так тебя люблю. Вам пора на работу. Точно, я уже опаздываю. Давай играть. Ты прячешься, я ищу. Да. Здесь она меня не найдет. Я тебя вижу. О нет, спрячусь в кабинете. Привет. Снова она. Нужно забраться под кровать. Нет, здесь уже прячется Хаги. Я тебя нашла. Теперь твоя очередь. Ладно. Три, четыре, пять. Вот ты где. Нет, это просто ботинки. Она под ковром. Что? Дай пять. И где она может быть? Я всегда выигрываю. Книга. Яблоко. Пригодится. Блокнот. Этого хватит. Пора на занятия. Что? Рюкзак порвался. Что же делать? Делать новую сумку. Какая необычная сумка. Из меха вырезаем две детали. Добавляем застежку-молнию и сшиваем. Из фами рана собираем мордочку киси-миси. Пришиваем стропу. А если я подкину в сумку слайм, будет весело. А, моя рука! На помощь! Что это с ним? Няня, откуда у тебя эта награда?
Это случилось давным-давно. У одной невнимательной мамы укатилась коляска. Младенец выпал из нее, но я его поймала своими длинными руками. Мой малыш, спасибо. Вау, вы теперь звезда! Тогда я и решила стать няней. Джози, сладких снов. Обед почти готов. Я хочу есть. Приятного аппетита. Что? Я это есть не буду. Ладно. А теперь? Поезд! Мне ведь не 3 года. Хорошо. Стоп. Никаких конфет. Я сейчас. Немного поиграюсь с цветом. Приятного аппетита. Спасибо, няня. Пожалуйста. Джози, пора делать уроки. Я хочу играть. Химию никто за тебя не сделает. Ладно. А я сейчас. Телефон. Есть идея. Я вернулась. А это что? Телефон заблокирован. И какой код нужен? О, я поняла. Нужно смешать жидкости правильных цветов. Получился розовый. Следующий фиолетовый. И последний. Зеленый. Ясно. Эти цвета и есть код. Телефон разблокирован. И химия сделана. Я на прогулку. Постой. Возьми с собой брелок. Какой красивый. Спасибо. Пенопластовые шарики обклеиваем воздушным пластилином. Лепим туловище и вставляем зубочистки. Моделируем наряд. Лепим ручки и ножки. Оставляем застывать. Нанизываем шарики на зубочистки. Из канатиков формируем руки и ноги. Моделируем прическу. Крепим хвостик и локоны. Лепим личико. С помощью фурнитурного гвоздика крепим карабин. Пока. Привет, я возьму конфеты. Ха, какой смешной у нее брелок. Никто не смеет обижать этого ребенка. Джози, я прогуляюсь с тобой. Олимпиада начинается. Получите ваше задание. Я буду первым. Посмотрим. И твое задание. С этим я справлюсь легко. Ведь у меня есть карандаши Мами Лонглегс. Из полимерной глины лепим руки. У гибкого карандаша снимаем металлический наконечник с резинкой. Отделяем резинку и крепим перчатку. Запекаем по инструкции. Крепим на карандаш. С ними можно писать в 2 раза быстрее. Я не успеваю. Попросим помощи. Джози, одолжи свой суперкарандаш. Не списывать. Упс. Я все равно вам помогу. Покажу правильные ответы. Ясно, спасибо. Вау, я все понял. Можно сдавать работу.
Я закончила. И мы. Посмотрим. Отлично. И здесь. И здесь. Я вами горжусь. Что? Кто нарисовал мне усы? Не знаю. Пока няня спит, можно поесть конфеты. Она не спит! Из фетра вырезаем две части маски, сшиваем между собой. Из фоамирана вырезаем глазки с ресничками. Маркером прорисовываем детали и покрываем гель-лаком. Сушим в лампе и пришиваем резинку. Что за шум? Показалось? Джози, я вернулся. Привет, папа! Я скучала. И я скучал. Как это мило. Мне пора. Спасибо вам за все. Пока, Джози. Нет, няня, не уходи. Останься. Мне нужно уйти, но я оставлю тебе на память эту футболку. На футболке по шаблону обрисовываем картинку. Раскрашиваем красками по ткани. Текстильным маркером обводим контуры. Спасибо! Пока! Все спят. Отлично. А это я заберу. Не так быстро. Уже утро. Это браслет няни. Она все-таки присматривает за мной.